Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор второго заказа из каталога номер 3 компании Oriflame. Мы решили завести новую традицию, записывать видео сразу, как только получили заказ, еще не открывая. То есть сейчас я буду все смотреть вместе с вами впервые, и меня немножечко захватывает волнение. Ну что, поехали? Заказ у нас вышел ровно на 150 баллов, сумма заказа 5878 рублей, а к оплате всего лишь 2352, то есть сэкономили 3526 рублей. Я говорю всегда, учитесь экономить, правильно зарабатывать деньги с компанией Oriflame, потому что это очень выгодно. Итак, переходим к нашему заказу. В заказе у нас подписка Life Plus, которая состоит из коктейля Wellness ванильного и женский Wellness Pack. Мой любимый вкус ванильный и мои любимые витаминки всегда неизменные спутники наших заказов. В прошлом заказе у нас был мужской, здесь женский и ваниль. Далее, очень классная вещь, такие подследнички для того, чтобы не натирать заднюю часть ноги. То есть, вот, допустим, это у нас ступня, и сзади мы вот так вот прикладываем на, как говорится, да, не под пятку, а сверху на щиколочку вот эти вот специальные силиконовые приспособления, чтобы не натирать заднюю часть ноги, потому что когда она натирается, это всегда ужасно больно, неприятно и заживает долго. Поллета проходишь, пока промучаешься, да, и уже и лето пролетело, поэтому лучше позаботиться о своих ножках уже сейчас. Как говорят, готовь сани летом, а все остальное зимой, да? В заказе у меня помада и тушь. Вы уже, наверное, заметили, новая помада The One. Я свою получила в первом заказе и влюбилась в нее с первого взгляда, потому что это безумно красивая упаковка. Бесподобно лежит на губах. Это под заказ для клиентки. Бежевый оттенок. Вот такой красивый, очень классный цвет, сияющий. Что мне нравится... Великолепное ощущение на губах от этой помады, просто сказочное. Ее приятно носить, она настолько комфортная и долго-долго держится на губах. И приятный бонус, в подарок идет тушь 5 в 1. Согласитесь, что такую дорогую тушь получить в подарок помаде всегда приятно. Поэтому воспользуйтесь этим предложением, потому что оно действует только в третьем каталоге. И он закончится у нас уже, я скажу вам точно, чтобы вы знали, 10 марта, то есть у вас будет последний шанс выписать помаду и получить тушь в подарок. Праймер для губ. Кто еще не пробовал, очень рекомендую. Классная штука, особенно если проблемы с губами. Может быть, они там сохнут, трескаются или шелушение. Праймер великолепно выравнивает поверхность губ. Любая помада смотрится еще выигрышнее и еще интереснее. Праймер, он совершенно, да, такой прозрачный. Когда его наносишь на губы, он дает такой некий белесый оттенок, но практически его не видно. А сверху уже помада ложится шикарно. Тоже под заказ. Долго его не было на складе. Клиентка ждала 2 каталога. Далее в заказе мужской парфюм Dark Woods. Великолепный мужской, очень теплый, такой бархатный аромат. Тоже клиентка заказывает его уже 3-й раз. То есть 3-я покупочка говорит о том, что он действительно великолепный. Поэтому рекомендую его распробовать. При этом очень приятная цена на этот аромат. Тональная основа Giordani Gold. Одна из моих любимейших тональных основ, антивозрастная. Я ее выписала для мастер-классов. Хочу вам показать, как она выглядит. Мне очень нравится то, что она идет у нас с дозатором. Великолепная упаковка в стекле. И я всегда люблю тональные основы, чтобы был дозатор, чтобы небольшое количество выдавить, и если нужно, еще добавить. Не люблю тюбики, потому что течет все время, что-то подтекает. Я считаю, что это самая удачная упаковка. В этом каталоге на нее обалденная скидка. Обратите внимание, запаситесь тоналочками разных оттенков, потому что скоро лето, ляжет первый загар, и вы, да, закричите «караул», что же делать? Тональная основа не подходит, поэтому берите всегда еще на тон потемнее, с учетом, что вы будете загорать. Здесь у нас еще смягчающее средство. Взяла еще одно
со смородиной, с ароматом смородины, потому что так понравился этот аромат, положу себе в запасничек, чтобы всегда было. Вот такой красивый пакетик. Он всегда идет к wellness. Видите, на нем написано прям wellness by Oriflame, то есть сделано в Oriflame. Несколько каталогов, будут специальные предложения для участников премьер-клуба. Будьте всегда в премьер-клубе, потому что это выгодно. Помимо денег мы еще получаем дополнительные бонусы в виде больших скидок на продукцию. Мой любимый журнал «Красота», «Мир красоты», да, вот этот шикарный журнал, в котором очень много рекомендаций. Его просто достаточно прочитать, чтобы понимать, что сейчас будет модно, что рекомендуют стилисты, косметологи, и также по питанию. Здесь очень много рекомендаций, которые легко применить в жизни. И он просто очень красивый. Его приятно смотреть, свой космополитен. И очень-очень много каталогов, полный комплект. Полный комплект уже новых каталогов. Видите, как их много здесь, наверное, штук 10. Но у нас получается 2 комплекта. Мы их раздариваем знакомым, друзьям, новым знакомым. Я их раздаю в тех местах, где бываю. Там, где я чаще всего покупаю продукты, я всегда оставляю каталог. Потому что, ну, я у вас покупаю, да, посмотрите, может быть, что-то вам тоже понравится из нашего каталога. Ребят, ну самое главное в этом заказе, самое долгожданное, то, что я с таким трепетом выбирала, это один аксессуар, который лежит вот в этом пакете. Он даже пришел отдельно упакованный. Я вот так раскрыла пакет, а внутри... еще пакет. Сейчас буду раскрывать вместе с вами. Я очень люблю распаковочки, они такие волнительные. Надо найти, где начало, где конец. Ага, вот тут. Все там приятно шуршит. И все в бумажечку упаковано. Как все красиво. Как все душевно. И это волшебная сумка. Я, конечно, долго думала, какой же аксессуар в этот раз себе выбрать. Моя душа разрывалась между несколькими, между ними всеми, потому что мне все очень понравилось. Беспощадно срываю все и открываю эту свою великолепную новую сумку моей мечты. Здесь есть дополнительный ремешок, я не знаю, буду ли я им пользоваться, мне она настолько нравится именно носить ее за ручки. Обратите внимание, какое широкое у нее донышко, оно расправится потом. То есть сумка очень вместительная, есть дополнительный карман на замочке, 2 кармашка для всяких мелочей, для телефона, и я просто от нее балдею. Вот этот милый бантик, какая она вся прекрасная. Не остаются отпечатки, хоть это такой глянцевый лак. Вот я ее лапаю, мазала кремом руки буквально вот недавно перед съемками. Шикарная, просто прелесть. Почему я выбрала ее? Если вы смотрели видео, когда мы получали первый заказ, то мне пришел такой шарф. И я подумала, что к нему идеально просто. И у меня еще новое пальто такое фиолетовое. Я думаю, что будет идеально подойдет такая сумочка. Смотрите. Накинула шарф, сиреневое пальто, сиреневые сапожки и такая классная сумочка. У нее цвет очень интересный. Его можно сказать, что он глубокий розовый. Или даже есть в нем что-то коралловое. То есть как вот цвет на него падает, а она немножечко меняется. Очень красивая, я довольна. Надо себя баловать, я считаю, всегда. Потому что это очень важно для женщины, чтобы всегда было вот это супер настроение, классные эмоции. И вот маленькие-маленькие такие вот секретики, аксессуары, шарфики, какие-то новые серьги, украшения. Это все дает нам очень много позитива. Поэтому, девочки, балуйте себя, любите себя и смотрите мои видео. Если есть вопросы, всегда задавайте в комментариях. Люблю с вами общаться, помогать вам выбрать что-то, что вам лучше подойдет, или ответить на какой-то там коварный такой вопрос, который вы стесняетесь задать, можно перейти в личку. Всегда добавляйтесь ко мне ВКонтакте или в Инстаграм. Буду рада новым знакомствам. До встречи! Пока-пока!